Под ударом фанатов еще и Ницца. Здесь драку устроили ультрас из Польши и Северной Ирландии. Несколько десятков поляков закидали оппонентов бутылками. Ну, те, разумеется, в долгу не остались. Тяжелые ранения получили 8 человек. Несколько зачинщиков беспорядков арестованы. После того, что устраивают футбольный ультрас во Франции, антитеррористическая безопасность уже ушла на второй план. При этом немецкие спецслужбы сообщили, что до сих пор поступает множество данных о том, что готовятся атаки на Евро-2016. Все сообщения тщательнейшим образом проверяются. Во Франции говорят, что днем и ночью бдят все происходящее, за всем следят внимательно. Для поддержания безопасности привлекли 87 000 сотрудников полиции и всяких всевозможных служб безопасности.